Привет, дорогие друзья, с вами снова я, Зазепа. Вот, продолжаем играть в Толкач. Ушло мне называется модификация. Здесь у нас Поп. Что зовут там? Мак Пусканчик. Удачный тебе служит, Мак Пусканчик. Давайте заберем у нашего техника. Мангел. Ага. Давайте зайдем туда местным парнем. Хорошим делом. Ничего, осторожно. Я оборачиваюсь, а там кровосос. Ну да я не растерял. Служба доверия, здравствуйте. Хотите выговориться? Давайте. Я пока помолчу. Спрашивайте, чем кровососа в глаза замазать можно? Как увидите кровососа в двух шагах, узнаете. Само найдется. Куда он мог уйти? Мне не докладывают, хотя постой-ка, Серега буквально 5 минут назад вернулся с ходки, и что-то он про фургона говорил. Кажется, про Серегу чуть с ног не сбил у остановки. Не знал, что там еще не элеватора. Надеюсь, у тебя все в порядке, у этих... Конечно, все в порядке. Я надеюсь, тоже. Пацаны, с кем там воюешь? Ну, назад. Тоже завалил. Еще не завалил? Мне кажется, что вот еще его точно не завалил. Ну, наверное, что... Дай ему прикурить, я обойду! Как-то непонятно, но вроде как-то стреливается в ответ. Внезапно вспомнил, что немного никто в разрешении снимаю, потому что я его поменял. О, походу посмотрите, что это не снимает. Неизвестно. Нет вам, парни! Что ты такой дикий? А это походу про тебя вчера ударил. Так давайте с ним прицел, мне не особо нравится с ним воевать. Приятнее будет. Кстати, а с каких-то пор визитами не агрится? Во-первых, нет, вроде как не агрится. Так, у нас есть один еще. Какого мужика? Вот этого? Блин! Все точно его убили. Посмотрим, что у него есть. Залутаем, потом... Кабан? Кабан? Всем спасибо, все свободны. Братан, ты меня в случае чего прикроешь? Извиняйте. Ну, вроде как все, да? Все, залутали. Кабан ушел, наверное, с ним отойду подальше. Да? Ну, хотя, в принципе, можно покататься, вроде как. Это, я думаю, можно выбросить, потому что мы в плохом состоянии. Дефектор, ну, дефектор не штука в любом случае. Все, 52 килограмма, небольшой перевес, но я думаю, терпимо. Можно сохраниться и погнали дальше. Наверное, болем, истощен. 2 килограмма. Что у нас тут? Опа, ча. Техника заработала. Получили мы. Словили маслину. 9:55. Как-то мы здесь тут никто не нашел. Сколько пацанов там? Все плохо. Давайте фонарик включим. Здесь напрыгнули, что мне нет. Так, я еще и проголодался. В этом случае есть батон, колбаска. Еще батончики, еще колбаска. Года это такая не еда, но... Так, сейчас у нас здесь тоже трупа. Что, Браунин? Ну, кстати, Браунин в хорошем состоянии. Что не зря все нашел. Давайте еще этого молодого залутаем. У тебя ничего не валяется? У тебя, походу, уже обмутали сталкеры. Ладно, давайте... Потиху пойдем. Поговорим с Богом там. А Богом, так понимаю, деревья новичков, да? И перед тем, как заскочим к Богу, давайте заскочим на АТБ. Вот, мы дадим лишний груз, потому что мне с ним таскаться сейчас не очень хочется. Стволы вроде как в нормальном состоянии. В смысле, с патронами там.
кстати, много очень. Вот такие дробины. Уже развяжены. Так, кто? Вот там вас купает, приятель. Нифига себе. Даже толку-то с тобой разговаривать? Откуда у тебя менталь? Кто такой пришел? Вот это давайте, вот это, вот это. С патронами все равно ни к чему. 8 аж гранат. Забирай 2 детектора. Ну, 750. Нормально. Я так подумал, может не обновиться немножко? Калашка получше взять. Точно с него был весь абакан. Хочу ли я его? Наверное, пока не хочу. Эх, не тот уже хабар пошел. Не тот. Неужто завязывать пора? А давайте. Что-то я уже денег много скопил. Забирай, короче... это. Я еще даже, может быть, его и улучшу. Однозначно. Все, давай, бывай. Так. Слушай, а тебя никто заменить не будет? Не будет заменять, нет? Подожди, а у тебя гроза, да? Не, у тебя юнкишка. Ну, в смысле, это МП-5. Такая юнкишка. Ну, чувак с винторезом на базе, так сказать. Ну, там, конечно, новички сидят, там, я не знаю, но вроде как тоже должны быть не особо такие сталкеры. Так, аномалия. Чтобы вступить. Там еще может быть. Если бы там были сталкеры, они бы, наверное, тоже огонь открыли бы. Да и нет, без фонарей там не ходят. То есть где-то здесь... да, аномалия, вот она. Так и есть. Ладно, двинули дальше, где деревню новичков. Попытаюсь я в этой серии особо вступать в аномалии. Привет. Я уже тебя обыскался. Ты себе представить не можешь, пока все не было со мной, такое случилось. Да что тут случиться-то могло? Мутанты потрепали или бандиты обобрали. Да какое там, мне чуть череп не проломили на элеваторе, представляешь? Сзади какой-то подкрался и прям по башке мне залезил, до сих пор трещит. А, значит, по голове тебя ударили. А кого хрена ты на элеваторе делал? Я фургона там искал, он мне должен был КПК свободу все разблокировать. И нашел. Но уже поздно было, убили фургона. Ничего себе, кто же фургона-то убил? Неужели все из-за этого КПК? Освободился самоубийцу уже и по всему кордону слухи ходят. А то еще и КПК его есть. Что там за история произошла? Да вот, освободил этого ошалелого освободца из плена, а он вместе спасибо себе пулю и висок пустил. При нем, кроме заблокированного КПК, ничего не было. Ну я и отнес его к фургону, чтоб он разблокировал, короче. И что там КПК есть, что-нибудь интересное? Ну все понятно, может ты разберешься. Угу. Как думаешь, правда в КПК написано? Ну в смысле про артефакты, про лабораторию. Подожди, интересно получается, это что же артефакт такой монолит уперли? И про лабораторию, про кордоны. Я впервые слышу. Если какие-то служебные туннели, но куда ведут, никто не знает. Да я одену монолита под прикрытием свободовцев. Так сказать, не поверят. Думаю, это пустая трата времени. Артефакт, если и был, то, скорее всего, я уже кто-нибудь нашел и загнал Сидоровичу. Или еще кому. А вот проверить информацию в лаборатории я бы не прочь, представляешь? Если там еще никого из сталкеров не было. А ведь такого... собирать можно, никакой клондайк артефактов не нужен.
как поступим. Я попробую усиливать еще разнать про катакомбу, он в своем подвале, давно сидит, считая один из первых сталкеров, должен хоть что-то знать. Если я брал самое ответственное задание сходить к логопеду и попробую у него что-нибудь выудить про пленного соборца. Бандиты, походу, так и не узнали, у них ему монолита избил. Что у них ему монолита избил. Попытайся выяснить, где они его поймали, может там поблизости есть какой-то катакомбы, только будь осторожен, с братками шутки плохо. Тоже постараюсь. Короче, ясно. Мы, походу, сейчас идем к этому главарю бандитов. Так, слушай, а может, стрелы еще у меня купить эти стволы? Или, может, обычный сталкер? Не буду я говорить. Какой-то противный. Не будет он со мной говорить. Кстати, давайте, чтобы, может, ночью не шариться. Как дела? Так, что интересует? Братан. Подарочки принес. Забирай. Так, ну, вроде все. Давайте по культурному, если по вам сложим, чтобы валяться будет. Зона сведет, увидимся. Так, ну давайте сейчас, наверное, залипнем до лица. Слушай, ты не против, если я здесь дремну немного? Так, спать. У нас, в принципе, и так скоро рассвет. Ну, давайте... Вот так вот сделаем. Передохнем немного. Ну, должно быть посветлее, так и есть. Скоро эта тьма наступит и... Конечно, жалко техника, блин, починиться теперь не у кого. Что ж поделать. Так, где-то здесь аномалии, главное не вступиться. Тут по прямой уже вроде как не должны быть. Хотя он виднеется одному. Чё-то мы быстро устаем. У нас вроде как перегруза нету. Странные вещи тут происходят. Может, потому что у меня много мобов, как считается. Ну, давайте. Подлечимся немного. Эй, на веселе пойдем. Нафига я всю тушенку съел. Как там Кардан говорил? Ну, чтоб руки не дрожали, да? Кто играл в сталкер, кто в Припяти, знает. Ну, кстати, Даник ко мне не играл. Я пару лет. Самое странное, я помню эту коронную фразу. Да. Хорошие были времена. Подрочки, которые когда-то выбросил. Так уж и быть, возьму с собой. Продам. В принципе, по деньгам у меня все хорошо. Я мог бы себе взять топовую снаряду. Вместо этого калаша этот абакан взять, но нужен ли он мне? Ну, вроде по характеристикам, ну там особо ничем не отличается. Это калашик. Ну и прицел вроде как можно поставить, он тот, сколько мне помнится, нет. Ладно, неважно. Сейчас посмотрим, что у нас тут будет. Что бандиты нам предъявят. Отлично, нас посылают к бандитам, и это не особо хорошо заканчивается. Здорово. Кореш, мне сейчас не дотёра. А что ты, таким важным чем-то занят? Давай вместе постоим, посмотрим. Зона, да? Ладно, стой. Отвали на натуре! Отвали на натуре! Бабу бы. Приалудил бы любую, лишь бы все нужное на месте было. Слышал такую поговорку? Нету лучше влагалища, чем лучше товарища. Так что, братки, вам удачи. Это же дверь закрою, блин. А то еще услышат, но если ей дадут. Ну что, здорово, лысый.
Ищешь чего кого? Тебе? Есть минутка. Чего тебе? Только давай быстрее, время, деньги. Понятно, ваши орлы кого-то соболоться на днях повязали. Малыш, только понимаешь, куда ты пришел, перед кем стоишь и что ты тут несешь? Извините, обознался, уже ухожу. Что-то мне кажется, что меня повяжут сейчас. Все, может кончить? А, не могу оружие доставать. Ну ладно. Братан. Не, слышь, я пойду. Слушай, здесь где-нибудь выскочить можно так по-тихому, нет? Спасибо. На кулак нагнулся. Только его увидел. Блин, что-то вас много по голове бьют в последнее время. Вам не кажется? Ну что, сталтик, суши весла. Да что же такое? Чего все мне по голове бьют? Черт, башка болит, сил нет. Слушай, дружище, а может договоримся? Я могу заплатить. Зачем ты заплатишь? У тебя же ничего нет. Да и с логопедами мне потом разбираться не хочу. У напарника деньги есть. Он заплатит, сколько скажешь, заплатит. Его Орландом зовут. Орланд говорит, слыхал я про такого. Это может и заплатить. Ладно, ты пока тут посиди. А я с твоим дружком перетру. Да куда ж я денусь отсюда? Ну шо? Сидеть нам, походу, здесь. Шо это, блин, какая-то баланда. Давайте как в Обливиона так. Замочек скроем, не, не скроем. Ну шо, давайте занимаем верхнюю койку. Не, походу не займем. Так, и долго нам здесь пробыть? Так, бочка ничего не могу делать. Не? Блин, да здесь же хлипкие стены. Один удар с ноги, блин, хороший. Тем более нету ни постового, никого. Выломал, да свалил отсюда. Походу пришли за мной. Ты труп, мужик! Все, Кореш, труп. Помоги! Пацан в костюме чистого неба. Ишь ты, дрыгайся еще. У меня что, чистое небо освободило? Я так понимаю, это наш приятель пришел за нами. Так, ну давайте. Вычиняйте двери. Ух, как приложило-то хорошо. А просто там замок пострелить никак, или хотя бы, блин, эти досочки хлипенькие вырвать. Что, мужик, потрепало тебя взгром? Извини, перестарались мои ребята, но зато и тебя освободили. И себе новое жилье отбили. Фух, башка, да и что же день такой? Спасибо, хоть не убили. Шутишь, значит, живое тебя, как звать-то, Саван, все включит. Сам ты кто будешь? А мне все холодом называют. А вы что такие? А вы кто такие будете? Ну, про нашу группировку в годы рассвета мало кто слышал, а сейчас и вовсе никто не знает. Некоторые зовут нас болотными, а вообще мы все, что остается в группировке, чистое небо. Была такая, знаешь, научно-исследовательская группа, была да всплыла. А что случилось? Что случилось? Да я сам толком не знаю. Что тогда случилось, до сих пор разобраться не можем. А тут какими судьбами? Да вот, кликнулись на помощь шаману. Да и надоело нам болото, хватит уже в луже сидеть, надо и мир выходить. Вот мы и решили перебраться к вам на кордон. Ну тогда добро пожаловать. Ну, спасибо за помощь, мужики. А юпишку я заберу. С пистолетом нормально. Ну, блин, кстати, где мой инвентарь? Инвентарь где мой? Рафа. Что-то я не дорубаю. А
хотя бы тузик. Тузик вместо пистолета. Привет. Привет, брат. Привет. Вот и где мы у тебя весь ладень перешастили. Ну что, жив, цел, алё. Ага, познакомился вот с вашими друзьями новыми. Так, то походу мне инвентарь. Ты что, по холоду, что ли? Ну так мы с ним давно знакомы, вот только не виделись уже несколько лет. Приятного встречи. Ну что, пошли в деревню, обсудим наши дела. Я тут кое-что нашел в записях логопеда. Думаю, тебе будет интересно. Кстати, держи свои шмотки, не вечно же мне их таскать. Спасибо, пойдем скорее жрать, охота сил нет. Хорошо, что все обошлось. А так могли бы и рухнуть себя бандиты. Ладно, не будем о грустном. Я тут много чего разузнал. Да много интересно, ладно, давай о деле. Узнала, где Свободовцева поймали. Представляешь, бандиты его почти в самой деревне поймали. То есть прямо здесь почти. Тут в холме есть будка железная. Вот и будки его и взяли. Ты прикинь, бандиты еще как далеко на Салтинскую территорию не заходили. Раньше, видать, они Свободовцы долго выслеживали. Что за будка-то? Да обычно будка, кто его знает, зачем они там поставили. Может, вентиляция какая. Хотя выяснить-то невозможно, внутрь не попасть, дверь завалена намертво. И что же делать? Вот здесь начинается самое интересное. Ты знаешь часовщика? Есть тут один старичок, часами увлекается, говоря, что он в этой деревне с самого дня основания живет, короче. И когда Красова 86-го года не переселился. А нам он зачем, чем помочь сможет? Так вот, у логопеда на будке были чертежи каких-то старых коммуникаций, трубы, тоннели, вентиляционные отдушины. Я так прикинул, и получается, что один из этих тоннелей как раз проходит по дому этого часовщика. Что ты предлагаешь, ломиться в дом этого старика и устроить обыск? Ну дурак, что ли, зачем ламаться? Мы его культурно попросим. Вдруг старику чего надо, мы и принесем. Ну что, сходишь, поговоришь с часовщиком, чего я сразу? Мы со стариками как-то не очень в последнее время. Мне к шаману нас мотаться отдать ноутбук логопеда. В нем еще много полезностей для сталкеров информации. Не боись, всю информацию о катакомбах с ноутбука удалил. Кроме нас больше никто не знает. Ну ладно, пойду поговорю. Ты бы это знаешь, ты удалил-то удалил, но жесткий диск я поменял бы. Потому что, ну знаешь ли, информацию можно восстановить. Так, что я хотел? Я хотел продать вещи, которые я нашел. Так, мой калашик, мой дробовик. Кстати, вот этот вот надо сразу выкидывать. Это тоже. В винчестер сейчас посмотрим, Толик. Что про него скажет. Ну, я думаю, скорее всего, он тоже придется вытянуть. Ну... Кстати, неплохо. 1600 1684. Так, ну давайте в наш ящик для мусора сложим. Потроши берешь, патрики. Так, что интересует? Забирай, братан, патрики. Ты не врубаешься, мне нужен реальный товар. Ты бы еще консервных банок насобирал. Все, гранат мне столько не нужно. Кстати, подожди, где мои 20 штук? Борланд. Неужели в рюкзаке не было денег? Ну ты хлеса, Борланд, конечно же. Так, ладно. Кстати, тозик мы тоже сложим. Зона сведет. Увидимся. Братан, где мои 20 штук? Ты понимаешь, что на эти 20 штук я мог нормально и закупиться, так вот. Ты их, походу, стырил у меня. Какой ты мне после этого друг? Я ж когда, блин, тебе помог, я ж себя там не взял эти, блин, деньги, которые, ну, заплатил этому, короче, военному. А если ты мог бы. Здорово, брат. Здравствуй, лошадь.
Узнать у тебя хотел. Не знаю, случаем, где мне носить часовщика. Тома его нет, у меня к нему вопрос имеется. Ну так ушел он позавчера еще. Куда ушел? На болото, он там травы какие-то собирает, а потом настойки делает. Простуду самое то, я тебе скажу. Да и других болячек, их обидно. А сколько вернется? Да сегодня-завтра сколько там уже натикало? Должен был прийти уже. Странно, он никогда не опаздывает. Не зря его часовщиком прозывали. Может, что случилось? Слушай, Саван, тебе ответственное поручение. Беги к тоннелю, там недалеко от барьера, через этот туннель часовщик и должен был вернуться. Мало ли там что стряслось. Он хоть мужик и опытный, всю жизнь в зоне. Но за свою берет координаты эти стены. Короче, давай. Значит, говоришь, что-то могло произойти, да? Я думаю, нафига мне столько вод? Не балуй! Оружие спрячь! Ну, чтоб руки не дрожали. Опа! Ха-ха. Военные, я к вам. Опа! Давайте сохранимся. Так, кстати, у нас здесь болото. А знаете, что в болотах бывает? Правильно, артефакты бывают в болотах. Так, и еще аномалия бывает. Кстати, неплохо, что я шлем взял. У меня теперь защита хоть какая-никакая, но есть. Ну, кстати, артефакты здесь. Я что, два артефакта сразу нашел? Так, ты шо? Что ты даешь мне? Радиация, кстати. Сильная защита, но радиация плюс один. Мне бы что-нибудь на переносимый вес бы. Сильная защита, это неплохо. Ладно. Колбаски батончиков. Сохраняемся и идем. Господа собачки. Парниша, что-то мутанты сбесились в последнее время. Походу не дают. Да нет уж, что, дедуля. Вы часовщик? Ну да, а ты сам тут будешь. Меня Саваном пишут, я вас как раз искал. Мне надо же, и чем я могу тебе помочь? Расскажи мне о туннеле под деревней. Ок, я смотрю, ты парень не промах, вокруг да около не ходишь, рубишь с плеча. Ну что ж, уважаю прямых людей. Ладно, расскажу тебе все как есть, но сам понимаешь, никому ни слова, понял? Могила. После Великой Отечественной войны Госсоюз СССР было крайне беспокоено защитными мерами и путями отхода высокопоставленных лиц. Поэтому было решено создать тайную разветвленную подземную коммуникационную сеть. В первую очередь, эта сеть должна была обеспечивать электронную эвакуацию, экстренную эвакуацию из осажденных городов, каких было Киев, Минск и Москва. Одна из подземных железнодорожных веток этой сети расположена здесь, под зоной. Это путь Киев и Минск. Вместе с этой веткой были построены подземные коммуникации для обслуживания подвижного состава, а также поставки материала, другие важные объекты, коих на этот момент везде хватало. Они тут поставили охранять черный вход. Вот с тех пор и сторожу. То есть туннель под деревней идет к железной дороге, не может быть. Эх, не пожил ты при Союзе, а те времена еще и не такое дело, реки спять поворачивали, вот как. А уж дыр земли нагрыть, это как плюнуть было.
Тетра, как туда попасть? Ну, в катакомбы эти. Мы хотим посмотреть охота. Ты что, шустрый какой? С чего это я должен тебя в туннель пущать? Ну, начальство слуга нас велело никого без ведома не пускать. Дед, какое начальство тут в зоне? Давным-давно не осталось твоего начальства. Как не осталось? А шумит там кто? Где? В туннеле каждую ночь кто-то шумит. Если не начальство, то кто? Да мало ли тварей там поселиться могло за прошлые годы. Хочешь гляну? Ну, хитрец, манусь меня хотел. Ладно, я тебе вроде как обязан. Так уже быть, вот тебе запасной ключ от моей хаты, только ничего в доме не трогай. Лады, дед, спасибо тебе. Ну, бывай. Чем там, с ружьем ходишь? В принципе, я не удивлен. Граждане, зона смертельно опасна. Давайте посмотрим, может здесь еще какие-то факты есть? А вас от зоны... Такие... Места должны быть наполнены артефактами. Не пытайтесь проникнуть на охраняемую территорию. В принципе, нас жжет, но... Не так сильно, как могло быть. Походу, артефактов здесь больше нет. Внимание! Любая попытка проникновения на охраняемую территорию... У меня не стреляйте, мы же с вами кенты. Да? Ну, сколько денег он наносил? Кстати, по-моему, нам там что-то говорили, список заданий. Можно поговорить с шаманом? Он там вроде хотел поговорить, ну, в смысле, пригласить меня в свою группировку. Слушаю тебя! Кто заметил, там был небольшой лог сообщения слева, снизу, в экране, на экране. Так, что ты здесь делаешь? Вот ты где, ну что, разузнал часовщика о подземке? Ага. Не только разузнал, но и ключ получил от комнаты, в которой есть спуск в подземелье. Отлично, не ожидал, что так легко получится получить доступ к подземелью. Ну что же, желаем мы спуститься в подземелье. А то пошли. Однако вы знаете что? Наверное, спустимся мы в подземелье уже в следующей серии. Ну а с вами был Зазепа, так что с вас лайк, подписка. Если вам понравился этот выпуск, ну, всего хорошего, удачи и пока.